have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Сегодня у нас Fear and Hunger, как, в общем-то, и обычно в это время. Решил я не ходить за кадром. Я вам сказал, что пойду за кадром, все сделаю. Нет, тут не так далеко. К тому же нам все равно в ту сторону. Если что-то случится неожиданное по пути, вы, по крайней мере, будете в курсе. Покушать нам нужно. Ну, по крайней мере, гнилое мясо мы сейчас вот так вот скормим. У нас проблемы с менталкой. Очень спасибо за то, что подсказали мне. В самом деле, там было хорошее зельице. Мы сейчас... Вниз? Спасибо. Мы сейчас пойдем туда, только, наверное, пойдем по этому миру. Мне кажется, так будет лучше, да? Блин, мне на самом деле страшно с такой менталкой одевать миазму. Так, хорошо. Изучить тело слишком... На-на-на-на, если быть точным, она мертва. Похожие ребра. Это мы все с вами читали. Обыскать. Латный доспех, длинный меч, синих, два синих флакона. Вот, это вообще суперски все. И тут у нас бутылку виски я нахожу, которую я незамедлительно применяю на себя и одеваю... миазму, потому что нам сейчас предстоит драться. Это я помню, акульи зубы, конечно, хорошо, но вот эта штука, она просто шикарнейшая, поэтому я ее одену. Монетка. Да, монетка тут у нас бессменно, так скажем, находится. Больше ничего нет. Хорошо, хорошо. Довольно даже неплохо. По хпшке я, наверное, даже подлечу волчицу сейчас синим флакошком. Вот, просто чтобы хотя бы до половины хп ее восстановить. Дверь эту мы с вами щупали. Я сейчас еще раз... дверь осталась неподвижной. Изучить. Старый проход. Так, хорошо. Все, валим. Факел у нас пока что работает. Я попробую сейчас дойти... О, да-да-да. Я помню этого чувака. Да, просто бейте его все. Ну, как бы и все. Спасибо. С миазмой это все гораздо проще делается. Обыскать. Ничего ценного. Освежевать. Блин, факел. Ударить. Блин. Где у нас там крафт был? Сделать предмет. Немножко факелов наделаем. И будем... Будем ходить с факелом. Да я все обыскивал. Обыскивал, хорошо. Пойдем. Тоже тут же ничего не осталось. Я хочу убедиться, что точно никакого лута у нас тут нету. Ладно. Сюда мы... Вот это вот интересное место. Как бы туда попасть, мне интересно. Ладно. Тут у нас ничего. Идем сейчас заберем доспех. Мне просто... Я сначала зайду туда в темную локацию, типа. Потому что в темное это новенькое. Погодите, а вниз это что было? Я там был раньше? А, мы нам... Я понял, это мост. Нам туда как-то нужно попасть. У меня немножечко не сложилось только что с пониманием того, где я нахожусь. Так, тут ничего не осталось, но, в принципе, это не проблема. Тут этот чертов голем, чтобы его перекоребило. Пойдем мы сейчас сюда. Наверное, подеремся с рыцарем, что ли. Ну, потому что у него реально хороший доспех. Да, вы там говорили, что его можно утихомирить, успокоить, все дела. Макаронный монстр. Давай мы с тобой тоже подеремся. Атака. Ну давай я тебе руку отрублю. У тебя предметы какой-нибудь используем. Камень нет. У нас что-нибудь метательное осталось? О, у нас есть талисман очищения, кстати. Да, я забыл об этом.
Давай ты ему в ногу пульнешь. И ты ударишь по другой руке, если получится. Да, одну ногу откусили. Одну руку отрубили. Ногу вторую. Да какой же нафиг промах, ты чё? Фух, он в меня насрал чем-то, но я вроде умахнулся. И волчица просто откусила ему голову, нормально. Слегка голодна, это не проблема. Обыскать. Три синие травы и два маленькие семечки. О, это прикольно. Слушайте, синяя трава это вообще просто шикардос. Освежевать, конечно, нам нужна его шкура. Мы там из нее собирались броньку какую-то клепать. Ничего не осталось. Полочка книжная, да. Ничего ценного, к сожалению. Вот это очень сильно похоже на дверь, но это не дверь. Ну и ладно. Тоже не дверь. Смотрите, кстати, а здесь-то стена заделана. Это очень интересно. Тут точно не дверь? Ну хорошо. Так, пока у нас разум позволяет, ходим с миазмой, потому что... Погодите, или это не здесь была трещина в стене? А может быть, кстати, не здесь. Я что-то путаю. Ничего не осталось. Как я обожаю, когда нам ничего не оставляют. Проходы очень часто выглядят вот совсем... Сфига ли ты раньше на меня не нападал, дружище? На тебе метательный нож в ногу. А ты, пожалуйста, попади по другой руке. Да ну почему ж ты по... Вы можете ей другое оружие дать? Ха-хай. А, можно выбить оружие? Промахнулась, молодец. Ну, давайте убейте его уже, что ли. 1600! Неплохо, вот это он под уязвимостью, конечно. Так, предмет, кусок ткани, на. Ну, девочки, скоро, кстати, разум поедет. Он же вроде... Длинный меч, мрачный доспех, мрачный шлем. Освежевать нет смысла. Ударять, оставить его так. Ну, бить его тоже нет смысла. Да, по доспеху он у нас мрачный этот. И латный доспех. Да, одеваем на нас. А тебе дадим корону. Может, ей реально... другую пушку вместо этих ножниц, длинный меч. Ну просто, блин, у этой штуки такой дэмэдж хороший. Ладно, будем надеяться, она будет лучше этим как-то пользоваться, что ли. Печально, очень печально. А, паук, точно. Я в прошлый раз на него наткнулся, вообще не понял, что произошло. Сметаем паучка. Может, теперь получится обыскать его? Или он просто исчезает из этой реальности? Вот что это такое за... не-не-не-не-не, я тебя понял, я тебя понял. Хорошо, ничего не осталось. По-моему, в прошлый раз этот рыцарь, он нас пропустил. Он только потом на нас напал. Это сейчас было немножечко странно. Слабеет от голода, это как бы да... Тут, вот, мы в прошлый раз-то взорвали взрывной флакон. Заплесневелый бред, сыр, флакон, солями. О, давайте солями тебе и солями тебе. Оно неплохо так. И теперь, наверное, яйцо карлик.
это вызывает немножко не те ассоциации, которые, наверное, должно вызывать. Да, кстати, ребят, спасибо, что рассказали. Спасибо. Empty. Просто пустой сундук. Спасибо, что рассказали про фишку с оргией. То я туда как-нибудь когда-нибудь схожу. Я не уверен, что в этом прохождении, потому что сейчас туда слишком долго переться и далеко. Сюда дальше никак нельзя пройти. Все, ладно. Тогда возвращаемся, переключим эту реальность на другую, и я вернусь сюда же к торговцу. Потому что нам нужно взять у него зелье рассудка. И у меня пока что некие вопросы о том, типа, что же дальше. Ну ладно, давайте сначала зайдем к торгашу. Возьмем зелье рассудка. Я не помню, сколько у нас монет. Нам вроде хватит только на одно. Я в прошлый раз очень удачно, в кавычках, конечно же, поторговался. И, блин, этот кусок мяса, я испугался, что там кто-то живой. А, и, кстати, у нас же тут сейчас появятся эти куклы. Блин, одну мы убили, но еще две-то все равно здесь. Так, куклы. О, тут сразу светлее, хорошо так. Вот это кусок говна, который мы убили. Но тут еще две вроде как, или что-то вроде того. Сейчас посмотрим. Одна на этом этаже, другая на другом. Так, тут у нас ничего не прощелкивается. Да, она на меня напала, ага. Два раза, блин. Нахабры. Звучит как что-то из Fallout New Vegas. Махавы. Ну там было махавы, а не махабры, да. Так, тут этого рыцаря, естественно, нету и быть не может, потому что он из другого времени. Но тут есть еще одна куклятина где-то. Вон она. Забудь, меня тут нету. Продаю артефакты. А, 39. Ой, эликсир разума. Да, хочу. И продаю магические. Я могу еще и не один купить. А, блин. Колдовской камень, подвеска, поглощающая души. Давайте я два возьму. Что я могу еще? У меня 19. Я могу еще один талисман очищения взять у него. Почему? Там же было написано 5. Чё за развод? Вы чё? Иди сюда. Твою за ногу. Я сюда никак пройти не могу. Блин. Тут нигде никаких проходов точно нету. Я ничего не упускаю. Честно говоря, я бы эту штуку убил бы, наверное. Ну, спасибо. Факел потух. Нормально. Честно говоря, очень сильно непонятно, почему... Это талисман очищения, он был 5. Но мне продали его за 10. Это что за налюбилово такое? Хорошо. В общем-то, у меня есть некая идея. Раз мы сейчас довольно в неплохой физической форме. Ну, относительно, конечно. Тут же не может быть все хорошо. Ты кто вообще? Вы это видели? Вы видели, там в стене какая-то кракозябра показалась? Там в стене какая-то фигня была. Да ну не нападай ты на меня. Изучить. Не можешь ничего разглядеть. Кажется, возможно, просто... Ай, блин, давайте подеремся, черт с ним. Да, я знаю, что их следовало бы избегать, но... Ёлки-палки. Я буду сразу этого упырка мелкого лупить, потому что... Ну, вы сами знаете, почему. Талисман очищения, эликсир разума. У меня смеси, кстати, есть, это неплохо.
Синяя трава есть. Так, взрывной, может быть... Не, взрывной у меня один остался, я не хочу. Белый. Давайте я буду камнями в него кидаться. И атака... Сразу будем, короче, малого лупить, если получится. 500. Блин, ты задолбала промахиваться, Дарк! Лупим мелкого. Ну не про... Блин, да ну ты серьезно? Неплохой. Три раза промахнулась. Толку мне с твоего урона, если... Эта штука приближается ко мне, и звуки очень страшные. Четыре раза промахнулась. Ай! Кровотечение. Так, эмбриона убили, черт с ним. Давай просто убьем его и все. Она вообще не попадает. За весь бой вообще ни одного удара. Шестьдесят один, неплохо, кстати. Смотрите, то есть... Нет, надо и менять оружие, потому что это вообще бесполезно. А, один раз попало, да ладно тебе. Блин, это же просто звездец. Как можно было столько промахиваться? Что с тобой не так? Это из-за голода? Не ищи заражение. Так, чем у нас там? Белым флаконом снимается, стеклянный. Действует как противоядие. Или оно не действует на эту штуку, да? Да, оно не действует. Я уже это испытывал раньше. Желтый флакон. Запах очень соленый, но может быть жидкость пригодна в пищу. Фишка в том, что у меня нету зеленой травы, и она просто сдохнет. А, черт. Ладно, погодите, ребят. В общем, я пошел, сделал все то, что сделал, подобрал, ну, купил зелье, все-все-все. И тут теперь этой двери-то нету, она есть только в том мире. Мне теперь интересно, как все работает. Хорошо. Давайте пока еще в этом мире походим. У меня есть одна теория, которую я хочу проверить. Видели там какого-то черта в дырке в стене? Мне интересно, кто это. Но я думаю, чтобы мне не мешали, я пойду и грохну ту штуку. По крайней мере, я только что сохранился, у меня хорошие доспехи, полные, ну, практически полные жизни. Жизни у меня, конечно, мало. И проблема вот этих вот манекенов, она даже не в том, что они убивают. Дело в том, что они дают заражение крови. У меня нет зеленой травы. Абсолютно, полностью. И с этим вот как-то, да, вот такая вот неприятность. Все же, я хочу пойти исследовать ту дыру. Я не знаю, что это за чел там выглядывает. Раньше, вот в прошлый раз, когда я сюда приходил, его здесь не было. И это немножечко настораживает. Давай я тебя сейчас... Я надеюсь, что получится. Так, будем сразу... бить по ребенку, если выйдет. У меня сейчас Дарк с копьем. Хорошее начало, офигительное просто начало. Ну, по крайней мере, она попадает теперь. Камнем в живот тебе. О.
Блин, она там что-то своими этими корябками... Прикиньте, если она меня еще и рукой ударит. О, голову отбили. Нормально. Какой нафиг ржавый коготь? Ты о чем вообще? Волчица, откуси ей руки, пожалуйста, к черту. Я буду продолжать кидаться камнями. Нам нужно убить этого чертового младенца. Вот, блин, сразу не могла так сделать. На тебе в глаз. Минуточку, а я миазмы сейчас бью или нет? Кстати, девочка сейчас дерется рукой скелета, если что. Да что ж ты не сдохнешь-то никак? Есть! Волчица, спасибо. Все, теперь просто добиваем. Да, кстати, вроде миазмы дерусь. Я не знаю, почему такой урон маленький. Может, вроде я не голодный. Хотя, черт его. Ну, типа диета нарушена. Я так понимаю, что это значок вилки-ложки, вилки-ножа, это неправильное питание. И за счет этого... Ну, вроде как я раньше выдавал миазмы гораздо больше урона. Надо будет сейчас проверить, в чем дело. Да какой, блин, промах? Все, сдохни, тварина. Нормально. А, так, голод. А, я голодный. Собственно, да, поэтому... Поэтому и урон такой маленький был. Что-то я не заметил эту штуковину, что я так проголодался сильно. Так, и... Солями, на тебе тоже солями. А тебе... так, вот тебе заплесневелого бреда немножечко. Хорошо. Так. Где эта штука? Она же тут выглядывала. Просто... обыскать. Ничего полезного, естественно, нету. Освежевать, ага. Может, это без факела, кстати, нужно приходить сюда? Ну, он здесь появлялся, вы видели? Здесь какая-то фигня появлялась. Теперь не появляется. Не знаю, почему. Ощупать? Спасибо. Дыра в стене. Тут никаких дверей нету. Это офигеть как странно. Ну хорошо. Ладно. Я думал убить эту штуку, чтобы осмотреть эту дыру получше, чтобы мне ничего не мешало. Но дыра осматриваться не хочет. Поэтому мы тогда с вами сейчас пойдем... Да, девочки, фигово. Я могу и, конечно, дать зельку. Но зелька восстанавливает на фул, поэтому я сейчас подожду пока что ей кидать эту зельку. Как нам добраться до этой штуки? Переждать решетка, изучить. Слышны гулкие звуки, оттуда носится ужасный запах. Мне как-то надо туда попасть. Хорошо. Есть вариант. А что если вернуться вот в таком состоянии? В холодных лучах солнца. Видите? Спасибо. Ничего интересного. С проверками. Что-что-что я там нашел? Вообще, что у нас по книге? Ой, у нас, кстати, книга просветления. Свиток фехтования. Наверное, на тебе. Книги стоят так, что не достать ни одной из них, не обрушив все, при этом все горы. Возможно, уничтожив их в процессе. Понятно, не получится.
Никакой из моего... Так, хорошо. Тут вроде как светло, и, наверное, я не буду тут ходить с факелом. Мне кажется, это возможно, нет? Ничего не осталось. Ничего не осталось. Я вроде как упустил такую возможность, что можно вернуться... Ой, блин, смотрите, какие там виды классные. Что можно вернуться в этом мире в таком вот состоянии. Напряжена и напугана. Да, я знаю, знаю. Словно из прошлого. Ух ты ж, ё! А тут тоже мир по-другому теперь выглядит. Ёпарасоте. Тут вообще все теперь по-другому. О, смотрите. А тут статуи поисчезли. Или тут не было статуи? Или это не та комната? Я что-то путаю сейчас. А, не, вот статуи, все нормально. Что это я? Статуя слишком тяжелая, чтобы сдвинуть. Встроен загадок. А, серьезно? Погоди. Ну, из того, что здесь бросается... Это же комната у нас с дверью, которая не открывается. Из того, что здесь бросается в глаза, я вижу только вот эту золотую плитку. А как я ее, типа, на одну эту двигаю, да? Эй, куда ты... Куда ты поехала? А, вот как ты. А погодите, это работает так, как я думаю? Или... По-моему, я понял, что это. Наверное, мне кажется. Стоп. Или... Стойте, 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 погодите. Есть... Есть план. Смотрите, если мы сюда загоним одну статую, вторую и третью. Третья... Все. Я думаю, что... Ну-ка. Есть идея. Так. Так. Теперь. Сюда. Сюда. Или нет? Нет, погодите, а механизм этот ресетнуть уже никак нельзя, да? Черт. С этой стороны к статуе не подойти, правильно? Ах ты ж. Я что, все запорол, да? Нельзя было статую подвигать к этой стороне. Теперь они не работают. Ладно. Но в любом случае это место теперь выглядит по-другому. Вот смотрите, тут тоже есть такая же фигня со статуями. Хм. Я пока их трогать не буду. И тут есть фигня со статуями. Ну хорошо, допустим. А, уже не допустим, то есть оно в эту сторону только едет. Черт, загадка со статуями, да, это что-то интересное, наверное. Ну хорошо, в любом случае это место теперь выглядит по-другому. И тут вроде как больше зомбари не лезут. Или мне кажется? Ну, тут мы были. О, серьезно? Тут есть такая же штука? Да, блин.
блин, решка, черт с ним. Проклятый короткий меч, фига себе. Так, тут у нас тоже есть... Более настороженный, чем обычно. У девочки трясутся руки. Гробница богов. Фига себе, вы все рассудком-то поехали. Флакон с водой, блин, надо было... Эликсир разума. На, держи. И, наверное, на нее придется тоже использовать эликсир разума скоро. Факел, пожалуйста. Ага! В смысле слабеет от голода? Смотрите, какие все голодные, офигеть! Блин. Да чертов кадавр! Да пофиг, нам его просто убить быстро надо. Спасибо, блин, промах. Эта штука меня сейчас заразит какой-то фигней, да? Блин. Я понимаю, так, сейчас я эту перевяжу. У волчицы, да, у нее все плохо, но я хочу просто исследовать, что здесь творится. Погодите. Что-нибудь полезное, капюшон нахожу. Шишку, круто. Я что, здесь не был раньше? Судя по тому, что дверь закрыта. Да, не был. А что это за дверь? А, выломать? Если что, я просто загружусь и приду сюда. Сразу же. А, погодите, стойте, 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 стойте. Я думаю, что... Блин. Блин. Ладно. А если я эту штуку опять покручу? Тут вот эти пошли загадки с кубами, со всем этим, со всей этой ересью. Типа два времени, две вселенных, прошлое, будущее. Давайте подеремся с этой штукой, я хотя бы посмотрю, что это. Все равно загружаю. Звук воздушной атаки зафиксирован. Уязвим. Да, вот, видите, 490 я бью, хорошо. Нет, вторую руку-то не это. Волчицу нам убили просто сразу. Уязвим. Хорошо, чем ты? Чёртов банши. Промах! Акстись! Ох, блин! На... Хорошо. Побеждаем, отлично. Ты вообще кто такой? Обыскать. Ничего нет. Пинки освежевать. Слишком плотная кожа. Его нормально не проткнуть. Окей, ребята очень плотные. Но что мне дает то, что я с ним... Ну хорошо, по крайней мере узнал кто это. Я же говорю, мне все равно загружаться, я по крайней мере похожу, посмотрю. Здесь головоломка не обновилась случайно? О, а теперь это выглядит совсем по-другому все, да? Ага.
Ладно. Значит, я думаю, что нужно вот так. Черт. То есть я думал вот так вот сделать. Вот так. И вот так. Так мы загоняем первую. Так вот. Ай. А я не могу с той стороны обойти, да? Не могу. Я красавчик. Нужно как-то умудриться эту штуку решить. Я не знаю. Я понимаю, что в этом что-то важное. И когда я это решу, что-то откроется. Вот эти бортики реально мешают. Потому что можно подойти только с определенной стороны. Допустим, вот так. Допустим, вот так. Я хоть одну сейчас соберу. Давайте попробуем. И вот так. Слышали? Да! Значит, я был прав. Нужно на золотую поставить. Но что это даст? Ну, как бы с одной это ничего не дало. Это нужно как-то... Так. Так. И третью... Вот так. Угу. Видите, второй тоже сложилось. Если я сложу вон ту третью. Да-да-да, блат-блат-блат, ага. Интересно, их реально три или их больше? Тут просто гробницы. Я просто хочу понять принцип, потом я сюда вернусь с загрузкой, с факелами, все как нужно. А, и волчица тут, кстати, да. Я забыл про нее. На тебе факел. Здоровье. Я хочу понять, тут всего лишь три этих головоломки или нет. Зловещая, тяжелая, да-да-да. Если я проверну эту штуку, оно останется там или нет? Давайте глянем, это важно. Зловещая статуя. Они разного цвета. Слишком тяжела не сдвинуть. Хорошо. В принципе, мне пофиг. Тут зомбарь, да, я тебя помню, чувак, но мне не до тебя сейчас. Ты можешь пойти лесом. Я тебя просто вот поздравляю с этим. Тут все осталось на своих местах. Отлично. И тут все осталось на своих местах. Там у нас стоит этот, в смысле, стоит, лежит этот убитый гора с прошлого раза. Так, здесь обновилось что-то или нет? Здесь статуи стоят на том же самом месте. Нужно понять... я думаю, что если нажму на третью золотую кнопку... Черт. Если я нажму на третью золотую кнопку, то... Так, фишка в том, как мне это сделать. А шевелятся только... Ты шевелишься? Слишком тяжела, чтобы ее сдвинуть. То есть мне в любом случае это нужно делать из того мира, да? Тут они не работают. Так, предмет. На тебе эликсир разума. Я же говорю, я все равно буду загружаться, поэтому сейчас сделаем пока все таким образом. Очень, ну не то чтобы странно, очень интересно, как это все... происходит. Да ну чтоб тебя! Ну мне вообще не до тебя сейчас, честно, чувак.
Да, да, схватил, молодец. Ай, блин, кровотечение. Молодец, ударил. Угу. На здоровье тебе. Где у нас была эта вещь? Здесь, да? Здесь. И сюда вниз, да, за решетку. Хорошо, поворачиваем куб еще раз. Но это нам откроет, кстати, каменную дверь. Но мне кажется, что это не основная дверь. Ну, то есть, мне все равно... Хотя, может быть, здесь будет какой-то рычаг, какой-то переключатель, что-то нужное, что позволит нам пройти дальше. Я вот сейчас... Просто даже не знаю. У нас есть парочка сомнительных моментов. Есть какой-то тип, который шарится там за стенкой. Есть этот... Видите, тут все обнулилось. Тут все нужно сделать с первого раза. Ну, то есть, в смысле, заново. Эти вещи я смогу собрать. Они несложные. Вот эта головоломка сверху, она самая сложная. И, ну, как бы относительно сложно. Сейчас мне просто нужно понять, как это все работает. Статуи, они если запираются в угол, с ними ты уже ничего не сделаешь. Так, минутку. Да-да, факел потух, хорошо. Если вот эту загоним сюда, потом сюда, потом сюда, это раз. Нет, не получается. В чем фишка? Она упирается в эту, но тогда вот это... О, как вариант. Мне нужно... Здесь мне нужно загнать сюда три статуи. Первая, вторая и третья. И третья пойдет сюда. Если я правильно понимаю этот момент. Вот это... у нас двигается только... По-моему, отсюда я не смогу ее... Девочка ползает? А, у нее голод. Я еще ни разу не видел такой анимации. На тебе помидорку покушай. Она ползает, реально. Так, вот, на тебе грибной рагу, кстати. Блин, кстати, у меня же есть рагу, чё я мучаюсь? Хорошо. Но она ползает... А, нет, вот она нормально ходит, она от голода ползала. Хорошо. Так, сейчас, секунду, ребят. Кажется, я понял, как это работает. На самом деле, вроде не сложно. Главное не сделать ошибку. Если вот эту... статую кинуть сюда. Все остальное можно подогнать. Эту берем сюда. Запихиваем ее в самый дальний угол. Можно, кстати, сделать и через проход посередине, но вот этот, он... ну, не то чтобы более надежный, а так меньше запутаешься. Первую сюда. Кидаем ее дальше. На самом деле, совершенно несложная загадка. Просто она не дает права на ошибку. Поэтому, если ты ошибся, просто приходится все переделывать. И вот эта часть, она состоит из наибольшего количества фигурок. Мы вот так вот закидываем. И вот эту сюда. Тихое пощелкивание механизмов. Да-да-да, слабеет от голода. Вот, видите, открылась вот эта штука. И здесь... Хорошо, тогда минутку, ребят. Дарк у нас почему-то впал в истерику. Я только что посмотрел на ее статы. Что случилось? Ты знаешь, что случилось? Это место за каждый уголок буквально источает смерть. Та-та-та-та. Я прошу, не могу больше, я просто хочу сесть, закрыть глаза. Может быть, пока можешь немного отдохнуть. Это чистый чистой воды суицид. Знаю, ты прав, не бери в голову. Со мной все хорошо, я справлюсь. Что-то ее коротнуло, причем у нее, в принципе, все нормально. Ну, то есть, 64 менталка, это не так много
Так что, ладно, сейчас вернемся туда. Кстати, я нашел книгу забытых воспоминаний, сейчас во втором шкафчике пороемся. Учение Альмера 1. Я забыл, что у меня книги-то не прокачаны. Свиток фехтования. Давайте я вот нашей юной девушке вот этой вот... кстати, мне кажется, что в этом параллельном мире мы голодаем как-то гораздо быстрее, что ли, чем стоило бы. Тут реально уходит еда. Возможно, не стоит таким образом передвигаться. Девочка взволнована, на здоровье ей. Я же говорю, пока она полностью не обезумеет, ей ничего не дам. Потому что эти зельки, они восстанавливают менталку полностью. Пусть страдает, как по мне. Это игра такая, тут все страдают. Фига ли девочка страдать не будет. Так что, ладно. Утешение она ищет явно, да. Да-да-да. Там та штука ползала. Так, да, вот эта загадка. Делаем все точно так же. Толкнуть. Теперь мы в полном составе и опять же более-менее дееспособны, поэтому я сейчас пока ни с кем не подрался, ничего не сделал. Да, там есть та штука с сундуком, но я не уверен, что я хочу туда идти. Хотя, может быть, и схожу, там все-таки та фигня ползает. И сундук у меня открыть всего 50%. Так что... Но! Есть вариант того, что вот эта дверь, она же существует. Мы ее сейчас откроем в прошлом, но она будет уже и в настоящем открыта. Так, так. Механизм сработал. А, нам нужно все три механизма. Да, хорошо, чувак. Тут у нас было вроде как вот так. И третий был... А, все, я вспомнил, как третий надо сделать. Вот так. Вот так. И вот так. Все, дверь открывается, отлично. Значит, в этом времени мы дверь открыли. Я надеюсь... Ну, я так понимаю, что это прошлое. Я надеюсь, в будущем она тоже останется открытой. Пока что зайдем, посмотрим. Я не хотел туда идти. В том составе, в плохом, типа, когда мы уже все подохли. Но вот сейчас я сюда с удовольствием схожу. Тут может быть что-то интересное. Ты ощущаешь присутствие богов. Здесь покоится древний бог. Ну, как бы я рад за него, но... О! Очищающий этот... но она не подается изучить. Талисман очищения, кажется, реагирует на знаки. Да, открываем. Ну, у меня все равно один, к сожалению. А там... Там что-то... Ты чё? Там на меня что-то ползет. А хотя, ладно, это же вот это глиста, да? Давайте глисту убьем, если они здесь не сложнее стали вдруг. Просто уничтожаем. Все, нормально. Еще одна глиста? Давай. Ты по этим ногам бьешь, ты по этим ногам бьешь, а ты по этим ногам бьешь. Мы еще и средние ноги откусим ему сразу. Вот так вот. Не промахнись, пожалуйста. Да ну какой же нафиг промах? Ты че? Убейте уже это говно и все. Пойдем дальше. Мы их ваншотим, если не промахиваться. Фига себе. Решка. Спасибо. Свиток дикаря. Да успокойся ты. Чё за свиток? Ой, погодите, это же... Я что-то на себя так тыкнул. Блин, надо было орла
А, ладно, сработало. Свиток генерала? Чё за свитки? Чё я делаю? Зачем это все? Узнать секреты военного искусства умный генерал знает, когда нужно переходить в оборону. Ладно. Красный флакон. Флакон воды. Дайте мне что-то от менталочки, пожалуйста. Метательный нож. Я это, конечно, все ценю, но... Дайте мне что-нибудь... Орел. Блин. Свиток длинного меча. Стеклянный флакон. Это все, конечно, здорово. Блин, прям лутецкий такой. А, длинного меча. Узнайте нюансы хорошей подсечки. Невероятная техника, требующая большой гибкости. Ну, давай. Блин, наконец-то мы продвинулись куда-нибудь. А ты тут откуда? Иди сюда. По тентаклям бей. Все, хорошо. И же ты можешь поглотить остатки. Нет, 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 погоди. Обыскать. Ничего, цена. Поглощать я буду. Мне он говорили к этому сходить. Ох ты ж. Что за нафиг? В зеленое свечение. Ты кто такой вообще? Из зеленых глубин вылетает таинственное создание. А чё, драться-то сразу? Не открывает рта. Что, но ты слышишь нежный женский голос, что разносится эхом в твоей голове. О, утомленный путник, ты проделал столь длинный и долгий путь. И я тоже. Безумница напрягается, ей явно не нравится присутствие загадочного существа. Полегче. А чё ты на меня напало-то? Умение поговорить. Я сейчас пытаюсь поговорить с магической сущностью. Кто ты такой? Я леди Луны, покорная слуга бога Луны. Бога Луны? Да, я уверен, что ты видел его. Лишь взгляни на ночное небо. Он постоянно смотрит на тебя. Он очень подозрительно относится к вам, людям. А, еще раз поговорить. Откуда ты взялся? Я пришла из зеленого света, из мира, где на мир смотрят через зеленое зеркало, где произошли древние сущности. Ты можешь взять меня туда? О нет, дорогуша, ты же знаешь, я не могу это... А в смысле ты же знаешь, откуда мне это знать? Поговорить? Защищаться? Ты можешь помочь мне? Да, я могу залечить твои раны, исцелить твои травмы. Я могу снова сделать тебя абсолютно здоровым человеком, но только лишь за малую цену. За самую малую... За самую маленькую среди вас. А-а-а, ты тоже за девочкой? Девочка нужна богу Луны. Нет. Я понимаю. Прощай, о усталый путник. Что ж там всем так девочка-то нужна? Интересное местечко. Это я только в этом мире тут побывала. Что будет дальше? Свиточки еще. Свиток церкви целителей. Опускать. Флешка. Блин, зачем? Надо было орла. Угу, я знал. Не находишь ничего интересного. Так, стой, пуста. Да, хорош, я понял тебя. Погоди. Стой. Прям вот заплесневелый бред на тебе.
На тебе еще. Как бы это ни прозвучало, это плохо предмет. Солямку. Че, последнюю солями съедим, пофиг. А тут какой-то проход или что-то. Нет, тут нет ничего, это просто библиотека. Отлично. Мы нашли какое-то новое место. Но как это все теперь? Хорошо, пойдемте покрутим маяк. И посмотрим, как это все теперь будет выглядеть в нашем мире. Надо через низ идти, я помню. Тут где-то зомбя бегает. Ой, не зомбя, а это в смысле. Не догонишь, не догонишь. Мя-мя-мя. Я что-то забыл, в каком я мире. Тут не зомби, тут вот эти вот потрошильники бегают. Я даже не знаю, кто хуже. Зомби мне тоже очень сильно не нравятся, потому что надоедливые приставучие твари, которые бесят. Так, кстати, сундучок. Орел. Ну, сейчас я опять ошибся. Да. Кусок ткани. Кусок сундука ты, а не... Ладно. Ну-ка. Хорошо, здесь нам уже понадобится факел. Потому что здесь темно. И здесь всякая нежить. О, это мы можем открыть изнутри. Нет! 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 Не, не хочу с тобой драться, говнатый кусок. Предмет. На тебе, наверное... Но я думаю, просто если выбить ему торс, то... Чёртово заражение. Он меня тупо заразил и свалил. Ладно, в любом случае, давайте посмотрим. Ты мне не нужен. Уйди, уйди, уйди. Фу-фу-фу-фу-фу. Давайте посмотрим, как у нас в этом мире все обстоит с этой стороны. А потом уже будем смотреть. А тут у нас, кстати, тут у нас статуи не двигаются, да. И тут эти золотушки, они выделены, но вроде как... Ладно, но дверь-то должна быть открыта, я так полагаю. Сейчас посмотрим. И будем, исходя уже из этого, делать какие-то выводы. Да, сейчас... Да, все здесь есть, отлично. Но теперь, если я пройду, то что у нас теперь тут будет? А-а-а! Скелет! Офигенно! То есть тогда он был, так скажем, недавно почившим, а сейчас полки, содержимое недоступно, ничего не осталось, ничего не осталось. А, это красиво, кстати. Так. Зеленый свет будет? А теперь тут просто тьма. Перед тобой бездна. Изучить. Лишь затхлый воздух доходит из глубин. Брось камень. Ты не слышишь ни звука, что дыра, так что дыра действительно бездонная. В любом случае, мы сейчас будем загружаться, поэтому я пойду сейчас гляну вниз, а потом ну, попробую прыгнуть, что мне, собственно, я же говорю, все равно буду загружаться. Ну, потому что мне нечем вылечить заражение крови. Ой, блин, еще один этот, четыре руки, твари кусок. Атака. Предмет. У нас есть взрывной? Да, есть один. На, может тебе руки поотрывает, по крайней мере. Промах. Отлично. Еще один промах. Ну, просто офигенно. Да, Мунлес убили. Но я же говорю, в принципе, мне это не важно. Я сейчас его грохну.
Я надеюсь, что у меня получится! Отруби ему голову. Спасибо. Что у него было интересненького? Нет, это... Поглотить? Нет, не хочу. Обыскать. Шинель, дротик. Ясно. Ясно, понятно. А, теперь тут сундук, кстати. То есть идти с ним сражаться за сундук. Ну и за шинель с дротиком, конечно же, открыть. Старый ключ. Погодите, и сундук открылся без монетки. И вообще-то все это было очень даже... Очень. Допрыгнуть. Ну, мне надо было это проверить. Ладно, ребят, давайте тогда на этом заканчивать. Я не знаю, то есть вот этот старый ключ, он от чего? Он куда? Допустим, по этим подземельям я вот пошарился. Я открою еще раз эту дверь. У меня сейчас загрузка как раз перед открытием этой двери. Я открою эту дверь, возьму этот ключ, убью гору, поговорю с зеленой фигней. Как бы... Окей, хорошо. Что мне там дальше наверху делать? Я не знаю, как мне пройти через голема. Ребят, я уже второй раз вам об этом говорю, второй раз об этом спрашиваю. Я не знаю, как мне пройти через того сраного голема. А в другом мире эти ворота просто закрыты. Так что пишите ваши мысли, соображения, что делать, как дальше. Будем ждать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.